С минуты на минуту 6-метровый 8-тонный бронзовый памятник пулеметчице Маншук Маметовой будет демонтирован. Он простоял здесь почти 30 лет. Власти мотивируют снос техническими дефектами в старом памятнике и просьбами жителей области установить здесь скульптурную композицию уже трем героиням Второй мировой войны Западного Казахстана. Маншук Маметовой, снайперу Алье Молдагуловой и летчице Хиуаз Доспановой. Местному бюджету этот проект обойдется в десятки миллионов тенге. С 2014 года поступали просьбы жителей области, общественных организаций о том, что в городе Уральске требуется новый памятник, посвященный Маншук Маметовой, Алье Молдагуловой и Хиуаз Доспановой, чтобы все три наши героини Казахстана, наши землячки Западного Казахстана, чтобы они были объединены в одной скульптурной композиции. Стоимость памятника 126 миллионов и стоимость нового гранита, постамента порядка 12,5 миллионов. Не все уральцы поддерживают инициативу властей. Оксана Терновская, активист запрещенной в Казахстане коммунистической партии, протестует против замены памятника. Говорит, что демонтаж памятника – это вандализм. Маншук Маметова, юная девушка, наш батыр, девушка-воин, которая отдала свою юную жизнь за нас, за всех, молодая 20-летняя девушка, наверное, не заслужила вот такого безобразного отношения к себе со стороны местных властей. Я все понимаю, что желание распилить 138 миллионов тенге бюджетных средств, наверное, кому-то очень нужно. Но, наверное, все-таки нужно было учитывать и мнение западноказахстанцев. После недолгого пикета и уговоров прекратить акцию, полиция задержала активиста. Я знаю, вы так часто. Садиться можно? Конечно. Видите, даже без насилия. С насилием? Без насилия. Против замены памятника на другую композицию выступают и родственники Маншук Маметовой, недоумевая, почему новый памятник нужно ставить на месте старого. Куда бы ни поставили, мы не возражаем. Памятник трем девушкам должен стоять. Но мы против демонтажа памятника Маншук. Перед тем, как ставить памятник в Алматы, с нами советовались, где устанавливать, нужно ли ставить памятник Алье и Маншук вместе. На этот раз к нам никто не обращался, с нами не советовался. Маншук Маметова – первая казашка, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Юная пулеметчица погибла в октябре 1943 года в боях за освобождение города Невель Псковской области России. Демонтированный памятник героине власти обещают отреставрировать и направить в Букиардинский район области, на родину Маншук. Санат Урналиев, Руслан Медельбек, Ринат Фазлбаев, Азатык ТВ.